Сегодня состоялось первенство по вольной борьбе среди юношей на призы мастера спорта России и Республики Дмитрия Валеева. На ковер вышло более 80 юных борцов. Это воспитанники детско-юношеской школы номер 3 имени Валерия Кирмясова, школы номер 21 и 33. Юные борцы из Тулагина и зала борьбы. Соревнование проходило по 7 весовым категориям. Первенство среди юношей на призы Дмитрия Валеева проводится впервые. Организаторами выступили 21-я школа ДЮСШ номер 3, где тренировался Дмитрий. Не всякий выполнит норматив мастера спорта России 18 лет, тем более весовой категории 120 килограмм. Ему это удалось благодаря упорству, усидчивости, волевому характеру, оценивает своего подопечного первый тренер Егор Черкашин. Собралось около 100 человек, борцов, пожелать, чтобы победили сильнейшие. Ну и это первое соревнование, чтобы дальше развивались, ну, чтобы хорошо выступили. Мне борьба дает силу, мужество. Я выбрала этот спорт, потому что у меня папа еще занимается. Вольной борьбой я занимаюсь уже 3 года. Лучшие мои приемы – это лампочка, проход в ноги и бедро.